А в районе Студгородка из-за сильного ветра полностью выгорел автосервис. Пожар смогли потушить только через 5 часов после возгорания. Понадобилось 7 пожарных машин. Огонь сразу заметили жители Николаевки. Пожар начался в частном секторе на улице Пирогова. Пламя за минуты охватило двухэтажное здание автосервиса. Загорелись и деревянные постройки рядом. Где именно произошло возгорание, а также его причины, выясняются. Была угроза и для трансформаторной подстанции. В МЧС это подтвердили. А местные жаловались на перебои со светом и сильный запах гари. Дым от пожара было видно в других районах города. Из-за штормового ветра огонь распространился на 300 квадратных метров. Пострадавших нет.